Прямо рядом с яхтенной мариной установлены скамейки. Всем привычные, большие, но с сюрпризом. На каждой из них табличка с надписью «Скамейка здоровья, любви, богатства». Судя по всему, обрести все вышеперечисленное можно, посидев на лавочке. Гости курорта такому предложению рады. Мы выбрали скамейку любви. Очень горячо, она очень нравится. А почему выбрали именно эту? Ну, как-то символично, любви, поэтому решили сесть. Все остальное есть. Да. Мы выбрали лавку исполнения желаний, так как хотим вернуться. Еще вернуться в этот город-курорт. Наверное, как основная масса после кризиса, это богатство, и не такие уж мы еще старые, чтобы нам нужно было здоровье, где бы посидеть. Так что, ну, пока дальше там еще, наверное, что-то будет, ну, посмотрим. Очень хорошие такие впечатления. Приятно прогуляться по морпорту. Тем, для кого список благ недостаточно велик, предлагается, видимо, самостоятельно определиться с желанием. Есть здесь и скамья без таблички. Правда, как сообщили владельцы территории, название скоро появится и у нее. Но вот какое, пока секрет.